Меня терзают новые сомнения насчет монастыря Святого Франциска. Среди монахов ходят слухи, что под монастырем расположена гробница Киакана. С этим связана одна из трех легенд о затерянном континенте Атлантиде. Согласно легенде, в этой гробнице хранится часть сокровища Атлантиды. Это одна из трех частей амулета, обладающего огромной магической силой. Силой, берущей свое начало от самого Творца. И я, простой смертный, так близок к этому источнику могущества. Мне не по себе. Каждую ночь я пытаюсь прогнать от себя эти видения. Но это великое испытание для меня. Да, похоже, я немного опоздала.